Концерты, приуроченные к 9 мая, в 155-й школе Самары проходят ежегодно. Участникам сначала предстояло преодолеть отборочный тур, который проходил в апреле. Лучшие номера были показаны на гала-концерте. Я сегодня выступаю с песней «Майский вальс», и я танцую как раз-таки вальс. Я пою. У меня микрофон. Она о том, как, что война закончилась, все хорошо, и люди празднуют победу. Каждый год наш фестиваль посвящен какой-то определенной теме. В этом году мы выбрали тему «Дороги Победы». Географические объекты, села, реки, улицы, которые так или иначе советских солдат вели в Берлин. Вот прямо сейчас у нас песня о Ладоге, посвященная 80-летию снятия блокады Ленинграда. А следом за ней будет песня, которая называется «Легендарный Севастополь», посвященная 80-летию освобождения Севастополя. Очень много песен именно про географический объект, про какие-то памятные места. Есть песни про память, про то, что нужно рассказывать об этом внукам, про женщин военных, про летчиков, про шоферов, ну и очень много других. Организаторы уверены, тематические концерты помогают воспитывать в школьниках чувство патриотизма и знакомить их с песнями военных лет. Они расширяют именно любовь к своей стране, к истории, и, в принципе, это такой патриотический праздник. Оно развивает патриотический дух молодежи и помогает нам не забыть об таком великом событии, как война. В завершении концерта прошло школьное шествие бессмертного полка. Ксения Баканова, Августина Охременко, Валерий Майоров. События.